Привет, друзья! Я Александр Могилкин. Мы на долгожданном открытии сезона с Кириллом Гущиным, который очередной раз приехал ко мне на тестирование снастей. Всем привет! И вот съемку фильма. В общем-то, что? Посмотрев ситуацию, поговорив с друзьями, у нас тут много друзей приехало, знакомых, мы поняли, что наша стратегия является самой выигрышной. То есть мы были единственными, кто поймал более-менее серьезные и хорошие размеры. А где? Есть, хорошая. Слушай, какая щука висит. Решили на второй день все повторить. Выскочили пораньше, правда, у нас некоторые были не очень счастливы от этого. Очень хотелось на самом деле спать, потому что, ну, устали. Устали именно от работы, от забот. Не природа, скажем так. Вот. И приехав пораньше, порядка 7 часов утра, мы обнаружили, что рыба-то, собственно, в это время неактивна. Куда? Хороший, хороший. Нет. Красава. Мач! Да это не трешка. Это не трешка, нет. Это даже не пятерка, наверное. Нужно было для нас понять, во сколько этот клев начинается. Еще момент. Мы попали в переходный период, когда мы в первый день приехали, температура ночью была 10 градусов. Чтобы понять сейчас, вот на четвертый день совокупный, температура ночью уже сколько? Градусов 14-15? Ну, выше даже, мне кажется, уже 18. Да, сейчас уже 26 градусов, вода вон 25,2 вот градуса. Сегодня как бы первый день началась жара. И вот потихонечку, день за днем, температура повышалась. Понятно, что это, естественно, скажется на цикле выходов у щуки. Но как бы хотя бы опереться на то, во сколько все это начинается, нам было важно. Поэтому мы приехали с утра пораньше. Честно простояли на самых интересных местах 2 часа, по-моему, 2,5 часа. Вот, и где-то в 10, да, началось у нас? Ну, началось, наверное, в 10, да. В 10 часов началось. Да. Там не так уж много. Есть. Да. Небольшая. Небольшая. Так. Не маленькая, но и небольшая. Тихо. Тихо. Иди сюда. Да, не. Да. Да. Такая же. Как вчера. Нет. Опа! О, красавочка. Есть. Щучка бодрая, прямо прекрасно. Драпает во все коряги, которые по дороге сможет найти. Поэтому не пустить ее в любую из этих коряг — главная цель и задача. С почином. Явно заметна тенденция, именно что размер работает. И я тоже планирую там к следующему году увеличиться, там сделать поролонки и 22 сантиметра. Ну, там есть маленькие конструктивные там моменты. Я уже пытался сделать сильно большие поролонки, пока не очень успешно, скажем так. Но 22 я точно сделаю. Вот. И думаю, что это будет правильный для такого рода рыбалки правильный размер. И мы в следующем году опять начнем. Посмотрим, как будет год. Да, да, продолжение повествования. Собственно говоря, что было дальше? Вода. А ты говоришь, не может не быть. Ну, что ты, на свечку пошла? Ой, красиво. Да, ну, ой, красиво. Да, ну нафиг. Да, ну нафиг. О, красавочка. Окей. Саня сегодня прям в ударе. У меня пустые поклевки. У него прям уже вторая пятерочка подряд. Прям приятно, за счет рыбы хорошая. Клевого как такового нет. Уже. Но. Еще. Ну, либо еще. Вот. Да. Но когда под нос попадешь, все равно хватает. Системно обрабатываем коряжнички. С одной стороны коряжки проводишь, тишина, а вот с другой стороны коряжки начинаешь проводить, бац, есть. Ты меня сегодня демотивируешь.
Все, поехали дальше. Хорошо. Сошла? Срез. Вот типичная ситуация, когда ловишь в таких местах. Поклевка, хорошая рыба, нырок в корягу этой хорошей рыбы и, соответственно, тут же дресина, которая тут покрывает все коряги. Работает как бритва. Вот только что лишился приманки, а самое обидное, что лишился хорошей рыбки. Рыбка была не маленькая. Не знаю, насколько хорошая, но как бы не двушка, не трешка. Вот. Вот сейчас мы здесь ловим. Я ловлю на свою резину нарсинскую. Я даже могу сейчас вам честно сказать и показать, что резина живущая, что она держит много поклевок, просто потому, что она не доживает до этого момента. Угу. 10 грамм головки кончаются. Наверное, надо будет ставить... А у тебя вдалеке взяла, да ведь? Да. Наверное, надо будет ставить 12. Ну, хвостатые у меня кончились. Ставим классический виброхвост, толстый фет. Вот, у него другая фишка, он, соответственно, при падении очень активный роллинг имеет. Вот. Посмотрим сейчас, что будет. Поймаю ли я на него. 10 грамм голова. Посмотрим, начнем с нее, дальше видно будет. Крючок офсет номер 6. Меньше не надо. Размер примаги конкретно вот этой 5,5 дюйма. И вот как раз вот эта вот фишка, которую я сделал в этой резине, это то, что мы заходим началом крючка в ребрышки, которые в прорези цельные. То есть у нас эти ребрышки прижимают крючок. Понятно, что это не на, условно говоря, долго, пару-тройку поклевок и пару-тройку рыб, но как минимум вот в таких условиях это прям дает сильное преимущество минимизации. Ой. Красота-то какая! Стрекозкой летаю! О, красавчик! Конечно! А? Да, да, сачок. Сачок, Сань, сачок. Ну все, все, иду. Сань, сачок, Сань. Наконец-то вдул. Да. Вот бывает в жизни радость. Наконец-то. Сашка две поймала, а у меня то пустые поклевки, то срезки. И вот наконец-то она села. Нормально. Нормально. Тихо. Брат. Ах ты, ёлки-палки. Куда пошла? Хорошая рыбка. Хорошая. Ой-ой-ой. Ты куда? Ты куда? Борзая. Прям борзая-борзая. Хорошо, будет, что рядом коряк нету. Мы специально встаем так, на самом деле, чтобы коряк рядом с лодкой не был больших. Потому что вот такой вот рывочек, и она в коряге. Красавчик. Ну вот. Это еще что? О чем говорит? О том, что хвост, конечно, работает прекрасно, но у меня не кончились. Ну, тоже около пятерочки такая. Да. Ну, пятерка. Пятерка. Ну. Сегодня такие стандартные какие-то клюют. Да, беда, не 5,5. 6,5 не ставлю по одной простой причине. Как бы пока не созрел. Но если так все будет продолжаться, то поставлю 6,5. Посмотрим. Есть контакт. Вот, размер 6,5 дюймов. Цвета разные, цвет помощи роль не играл.
Нет, вообще не играл. Вообще, я вообще как бы не сторонник того, что цвет играет какую-то роль, особенно при щучьей ловле. Обычно. Может быть, в каких-то вариантах да, но чаще всего нет. Вот. Ну, прям яркое доказательство. Что бы ты ни поставил, если ты правильно провел, в правильном месте, с правильной скоростью, правильно отдал в корягу, когда нет активного выхода, клюнет на все. Теперь по поводу активного выхода и неактивного выхода. Четко заметили два момента. Чаще всего рыба активна, но она не покидает зону коряги. То есть, в чем самый интересный момент, мы ловим не то, что просто кидаем во все коряжники и прочее, прочее. Мы ищем достаточно крупные затопленные деревья. Рядом обязательно должна быть бель. И желательно, чтобы это дерево лежало хотя бы частично на свале. Вот, работа в это дерево наиболее эффективна, когда рыба не на пике своей активности, но при этом жрет. Ну а если таких деревьев несколько лежит, то, как правило, с одной точки снималось несколько рыб. То есть они буквально там в 3-4 метрах друг от друга стояли, клевали. Именно в том случае, когда несколько рядом деревьев лежало, и она находила, каждая себе находила засаду. Под лодкой? Нет. А переводил, палку елку сделал. Вот здесь, да? Вот там, на том дереве. Ну да. И медленно-медленно поднимаю, у меня она об веточку трется, выходит из коряги, и в этот момент, как зацеп такой, и она рванула, блин, туда. И обрезала ракушку на ветке. Срезочка, да. Ну, это от этого никто не застрахован. В этих местах вообще это классически довольно часто происходит. Можно сказать, что классически. Когда вынимаешь поролонку из коряги, она хватает. И тут уже без вариантов. Ракушка режет все. Любую леску. Повезет, если поводок лежал на ракушке. Поэтому ставим длинные поводки. 40 сантиметров, а иногда двойные поводки ставим. Вот такие потери приманки, они хотя бы приятные. Когда на поклевке рыбы происходит срез об ракушку или срез зубами. По крайней мере, успел почувствовать поклевку. И понятно, что приманка не просто так пропала. Она. Сачок давай. Да. Давай сачок, говорю, здесь коряга. Даю. Прям лапочка. Опачки. Молодец. Красава. Только что наш оператор отсюда поймал 6+. То есть она здесь стоит. Она даже местами в количестве. Но клюет не всегда. Да. Вот она! Молодец, давай. О, блин, о, хорошо. Да это не трешка. Это не трешка, нет. Это даже не пятерка, наверное. И это даже не пятерка. Эх, блин, слушай, тихо. Аккуратно. Мач! Аккуратненько. Поднимаю ее. Так. Оп. Опачки, в домике. Вот это да. Ну, шестерочка, наверное. Шестерочка, да, это шестерочка. Блин, пока брал вот этими зубами. Она мне в палец умудрилась сдать. При этом я вам скажу мало. Но рыбка хорошая. Поныл, поплакался. Ну и вот что. Ну, не знаю сколько. 6, 6.5 под 7.
Ну, в общем, как всегда, техника безопасности была грубо нарушена. В итоге сижу, курю бамбук. Санька ловит, а я, соответственно, весь в крови. А что произошло? Вот сейчас вот эту вот рыбу хорошую брал. И как бы руками спокойно ее беру. Но я сделал ошибку. Я отставил большой палец в сторону. И когда она дернулась, в этот момент этот большой палец оказался у нее в пасти. Потому что дергается она серьезно. Ну и все. Зубы, рассечение, причем очень сильно. Кровь что-то уже минут 5 не останавливается. Сижу, держу, надеюсь, что остановится. И я ничего не за это, не занесу никакой инфекции в рану. А какие варианты? Никакие. И вообще было удивительно, что действительно мелкой рыбы, ну условно мелкой, да, там от 3 и ниже, там ее было либо крайне немного, либо не было вообще. Даже в тех местах, где, по идее, должна тусить кило-2 килограмма, это верх этих свалов на границе ямок и на меляках. То есть вот с этих зон мы тоже брали хороших рыб. То есть мелкую рыбу просто либо она там не задерживается, либо жмется по берегам, совсем по берегам, куда даже вот мы лезть-то не стали, потому что у нас не было задачи там в таких условиях ловить. Ну, очень достойный размер на самом деле, такой вот средний. По берегам мелкую рыбу мы видели. Шлепало, плюхало, ну как бы это вообще не интересно, мы туда даже не смотрели. То есть при желании берешь там что-нибудь типа лягушки, вокера, еще что-нибудь вот совсем мелководного, и вот этой мелочи можно было надрать очень много, но нам не интересно. Мы с Сашкой все-таки больше любим половить поменьше по количеству, но покрупнее по качеству. Да, ну и задачи-то немножко другие были, да, при рыбалке. Поэтому... На самом деле задачи очень простые. Задачи были такие, что нам надо было, мне надо было отснять фавориты. Фавориты твичевые, фавориты джиговые. Именно отснять презентации, рассказать про них. Желательно с видео рыбы, с рыбой. По твичу, понятное дело, не получилось ничего, потому что сейчас тут совсем не твичевый сезон. Ну нет, наверное, поймать-то я поймал бы. Просто, наверное, 2-3 хвоста в течение всех этих дней.